Нигерийцы, осужденные в Шымкенте за мошенничество, вернулись домой. Ранее им запретили покидать Казахстан, хотя за свою аферу они отсидели больше половины срока. Также за хорошее поведение осенью 2018 года иностранцев освободили условно-досрочно. Их перевели из тюрьмы в Центр адаптации для бездомных. Африканцы просили суд и прокуроров экстрадировать их на родину, чтобы отбывать срок ближе к семье. Как выяснилось, дело пересмотрели в том же 2018-м, но стало известно об этом только сейчас. Кстати, на билет в Нигерию мужчины даже успели честно заработать в Шымкенте. Когда они прибывали у нас, мы устроили их на работу в местную гостиницу. Там они работали, пока не уехали домой. 24 октября 2018 года Аль-Фарабийский районный суд вынес решение о возвращении на родину этих граждан. В декабре 2018 года они отправились в Нигерию. Нашумевшее дело произошло в 2016 году. Двое нигерийцев, торговцев, пытались провернуть в Шымкенте грандиозную аферу. Они планировали завладеть деньгами местного бизнесмена, подменив купюры. Подобное дело в Казахстане рассматривалось впервые, отметил тогда судья. Иностранных мошенников приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы.